Николай. Всем привет. У меня тема «Живые занавески». Я решил заглянуть на конструкции для растений не с точки зрения стеллажей, а с точки зрения возможности лазерной и фрезерной резки. Основа дизайна – это лист, в котором сделаны прорези, в которой может быть установлено растение. Преимущества такие, что это относится к вертикальному саду. Можно сделать индивидуальный дизайн, подбирая разный материал и рисунок, куда ставится растение. Удобство обслуживания, потому что предполагается разные варианты конструкции, распашные, слайдер, вверх-вниз движение, чтобы можно было достать до тех растений, которые находятся под потолком. Естественно, тут может быть порядка 3 рядов или более, в зависимости от размеров растения. Легко кастомизировать, вырезая лазером под конфигурацию клиента, в зависимости от таких растений, которые он хочет растить, маленькие или большие. Вот. Можно вешать всякие аксессуары, типа всяких автоматизаций, поливов. Кто вам нужен? Я хотел бы видеть 3D-моделеров и дизайнеров, чтобы воплотить побольше примеров, чтобы посмотреть на, с разных сторон на возможности такого прототипа. То есть сделать 3D, чтобы посмотреть поближе, что может из этого получиться в живых занавесках, то есть всякие сопутствующие системы. Ну, в общем, заговорился, все понятно, да? Спасибо. Есть ли вопросы к Николаю? Все. Вопросов нет? Хорошо. Теперь больше проектов нет. Николай, возьмите, пожалуйста, листик. У вас буквально 1 минута, пока вот остальные будут сюда выходить.